Мы уже информировали, что в юго-западной части города начинается строительство нового микрорайона. Забиваются сваи многоквартирного дома, а рядом начали копать котлован под второй многоквартирный дом. Их оба должны ввести в эксплуатацию в следующем году. А напротив магазина «Доброном» в продолжении улицы Франциска Скорины ведутся земляные работы для обустройства новой дороги.